День добрый, на связи Амкабаский. Сегодня мы продолжим с вами проходить Fallout 4, это 222-я часть, и сегодня мы продолжим двигаться по сюжету. Ну и какая-то, знаете, особая магия, 222, все такое. Последний раз это было на 111-й части, следующее, если мы столько еще и будем писать, будет на 333-й. Ну я не думаю, что... Хотя, знаете, я уж не удивлюсь ничему. Что мы до туда дойдем? Ага, болотник. Сейчас мы тебя адвентизируем. Просто. Шопа так проще. Или нет? Да. Ну, опыт лично не бывает. А вход входит. Уже не ходит. Там ходит. Переполошили, что происходит. Хватит бедных этих мучить. Попало. Не, ну халявный опыт, чё, кто отказывается. Они охреневшие, типа, что тут происходит? Ну да. Ладно, побили их и хватит. А, мы типа перегружены. Я уж хотел было чувака скинуть. Ну знаете. Ну пойдемте выгрузимся тогда. Да-да-да, мы же в прошлой части. Кюри, по-моему, к наркотикам нейтрально, правильно я говорю? Ну, в смысле, на словах осудит, на деле. You are aware, of course, of the many dangers of excessive chem use? Да, походу так. В таком случае тогда сейчас к Хэнкоку надо наведаться. Он это одобрит. Так, где у нас живет? В интернете. Уровень подкрутить было бы неплохо, но я боюсь, у нас не хватит препаратов для этого. Но можно, конечно, попробовать. Где он, кстати, есть? Что там? Ой, короче, тут. Вот он. So, you ready to get this show on the road? Ага. Любит он это дело. Вообще, знаете, у нас столько ресурсов, столько там всего складировано. Я пока еще не знаю, когда я выделю на эту серию. Может быть, даже в следующей части, но это не точно. Я постараюсь... Вообще, знаете, у нас настолько много ресурсов, настолько много денег, что даже если мы... Смотрите, это я не проходился по убежищам, оттуда весь этот... О, может, так сделать, кстати, мы еще ходим, ага. Собрать с поселения там, наверное, дохренища денег. Мы же построили везде магазинчики торговые. В принципе, уж плевать, мы все просто выкладываем. И даже если с этим будет проблема, то если все вот это вот продавать, что мы тут понасобирали за столько времени, то это будет не проблема. Уже можно счет всего этого так сильно не париться. Проблема будет все это сбыть. Потому что у торгаши ничего нет. Ну, я имею в виду из крышек. Вот стоимость всего этого, я не знаю, можно одеть все содружество. Если даже не больше. Ай. Что за просадочка? Пока не скири. Ну, дойдем до этого. Ну, наверное, не хватит. Ну, попробуем. Да не, нет, точно нет. Удобрения мало. Хотя его можно и купить.
Не, ну это маньячество. И стали у нас не так уж и много. Смазка. Привет. Ну, нет, значит, нет, не получилось. Круто. Ну, сейчас не хочу этим заниматься тупо. Это паскуда украл у нас броню. Так, что нам надо? Провести анализ чипа охотника. Окей. Любимое добрососедство Хэнкока, но без Хэнкока. Хэнкок. Хэнкок. Джон Хэнкок. Наверное, на последнее. О! На это не точно. Но вероятность существует. Так. Угу, да. Частенько мы сюда наведываемся. Надо попросить ее выключить. Кюри. Шучу. Хотя, если надоест, можно и так сделать. You're back. The glowing sea. Virgil. What happened? Well, you know, took a radiation bath, hung out with a big green guy, then I pulled this encoded chip out of a courser's neck. He was not happy. A courser chip? You fought a courser? Oh my god. Unfortunately, I can't help you. Все проходников шарят. Do you know anything about decoding courser chips? A courser chip? You fought a courser? Oh my god. Unfortunately, I can't help you. I've worked on a lot of synths, but never a courser. I don't know what that chip does, let alone how to decode it. But there are people who might. I work with a group that, well, they're the only ones I know that even have a chance at cracking Institute security. They are called the Railroad. Next stop, the Railroad. Choo-choo! Ah, yes. Anyway. Мне больше всего умиляет, когда с ним пытаются разговаривать как с нормальным вменяемым человеком, он какую-то хрень выдает. Я знаю, как найти. Ну, подземка, они скоты, мне никогда не нравились. Thanks, Doc. I know the way. You do? Oh, then good luck. I hope they can help you. Ага, ну погнали в подземку. Надеюсь, нас не заставят вступать туда. Ну, если заставят, это все... А, я боюсь, что по сюжету мы вообще во все организации вступим. Но выберем-то, конечно, одну. Возможно, они нас сейчас отправят, типа, иди выполни квест, присоединись к нам, тогда мы тебе поможем. Что-нибудь типа этого. Но это не залп. Какого фига они эту штуку залпом назвали? Это не залп, это, по-моему... Что это за пушка? Наверное, что-то из ДЛС-ок. Но это уж точно не залп. Фонарь беспалевно положили. Ну, институт никогда не догадается, что здесь, там же ж такие глупые люди в институте, которые ни разу не интеллектуалы, ни разу не образованы. Они не догадаются, что это база подземки, как туда попасть. Это ж никто не сможет сделать. А, и пароль Railroad выбить, это что же? Да, я вообще удивляюсь, как они эти моменты подобные не продумывают. Либо продумают, но довольно специфично. Там чё? Ай-ай. ХЗ. Наверное, вход альтернативный. Вставать не будете? Ну, мы же их уже вложили. Так. Где хоть... Это наверх, но надо вниз. Mm.
Сейчас. А. Окей. You are seriously all right with the institute? You can't be from around here. Everyone hates those guys. Мы не все. Desdemona. I have a report here. It reads more like a comic book. Apparently, one hell of a fight took place at Green Tech Genetics. А? Какие любопытные. Oh, what have you heard? So, some mysterious stranger took out a courser. Alone. Something I'm not even sure the railroad. Ой, подумаешь, мы какого чувака завалили. Yeah, that was me. I took down a courser. That's what the report says. Hard to believe. А там говорится какой-то неизвестный. Начинаю обманывать. But the conventional wisdom is that you run from them rather than engage them. So why did you kill him? That chip in his neck just looks so shiny. I couldn't help it. You have one of their chips? Ну, рожа. I needed a courser chip. I need the code on it. You have one of their chips intact? Follow me now. А что тут раздвинулось? Не знаю, ее ножки. Ну, как вариант, но нет. Наверное. Ты забеспалил. А, это не пошла. Такая дверь неестественная здесь. Штаб подземки. Штаб подземки. А, там стенка? Ладно. Million things can go wrong, the least of which is losing the data. Fortunately, we have the right. О, нет приватки. Это ваш техник? You need something? Это специалист ваш? For real? Oh man, it's been ages. Right. Наверное, все плохо у этой организации. Tom can get you the code, but once he's done, we get the courser chip. Why do you want the courser chip? Institute tech is light years beyond what we have. And a courser chip is top of the line. I'm not going to get into details, but that chip could help us save lives. Maybe throw a wrench in some of the Institute's operations. So, hand over the chip. No way. That chip is mine. To anybody else in the Commonwealth, all you have is two caps worth of salvage. With us, that data is priceless. But we're not just going to give that away. Talk to me again if you change your mind. А тут заприватчина. Прикольный музончик. А, тут уже все заприватили. Тут кружка была не заприватчина, а все остальное... Это не заприватчина. Давайте осмотримся, раз уж мы здесь. То, что плохо лежит, мы заберем. То, что лежит хорошо, трогать не будем. Где мы? Хоть чуть-чуть навредим подземке, позабираем у них все вещички, которые можем. I can patch you up if you need it. For a small fee, of course. Hear anything, Doc? Got nothing. Sorry. Just trying to practice. Понятно, ты лекарь. Бесполезный. Да... Да что за просадки? А! Опа! Потрясающие крутые истории. Excellent. Мы нашли выпуск журнала «Невероятно потрясающие истории». Урон из креолятора на 5% выше. Ну, мы им не пользуемся, но круто. When apes go bananas, a gorilla
Eight my patrol car. Это горилла сожрала мою патрульную машину. Весело. Ну да, что-то есть в этом. If you're not here to save sense, just leave. Hi. Watch yourself outside. Ай, ты ёлоп. Что с этой игрой? Добушка, где отвали. Так, у вас еще что-нибудь есть? А это ведро заплевать, для скоты. Они спят в могилах, вообще какие-то варвары. О, мадам. Recalibrating using new data set. Что? Пэм. Processing unknown human entity. Your arrival was not calculated. А, я, кажется, вспомню, кто это. Помните, мы в каком-то коллекторе или в каком-то этом мы находили... Еще в первой сотне видео, даже, наверное, где-то в начале, мы находили какое-то место, где была военная база, в которой описывался вот этот машин для прогнозирования, но ее там не оказалось. Походу, это она. I suggest human entity reboots conversational program. Well, I'm here. Preliminary adjustments to statistical models complete. Commencing introduction. I was, am, and will most likely be Pam, predictive analytic machine. Привет. Hi, Pam. Introductory token recognized. Hello. I provide first order. Весело. Привет. Hello. Do you work for the railroad? Yes. My goals and the railroad organization have a high degree of correlation. They provide data. I provide first order approximations of the behaviors of all residents of the region, designated Commonwealth. Rephrasing. I predict the future. That's hard to believe. Your skepticism is valid. Caution. Biological life forms behave erratically, unpredictably. All output subject to an extremely high margin of error. Even if you're wrong sometimes, that's unbelievable. Repeat. Caution. Reliance on this unit's predictions is deemed unwise. Operation complete. You are a rogue variable. No current or previous models predict your presence or existence. Query. What is your point of origin? Why do you want to know? If I cannot explain your existence, future predictive models may have an even greater degree of inaccuracy. I repeat, what is your point of origin? It's a long story. Processes reaching maximum capacity. Conversation terminated. Pending construction of new probability matrix. Rephrasing. Goodbye. Pam. Solving for theta n when I approaches probability value. Это она типа спросила, в какой университет он закончил. Толсто-толсто. Терминал центрального компьютера ПАН. Доступ к записям. Доступ разрешен только единственное, обозначено как подземка Альфа. Протокол прощения. Мне очень жаль. Хорошего дня. Последняя модель прогноза. То же самое. Окей. Зачем ей какую-то информацию сливать, если она работает на подземку? Это же потом будет, может быть, использовать потом против нас. Это типа мусорка ваша. Очень похоже. Так, мы пришли оттуда, верно? Тут какой-то бомж спит. А, это агент подземки. Ой. Что? А, это веки так порисовались. Выглядело так, как будто у него открыты черные глаза. Это выглядело скример, да? Весы вы не заплевать, или сами виноваты.
Терминал техника Тома. Ой, ну арестуйте меня. А, реально. Собственно, техника Тома, ОФ-система, рабочие гипотезы. Нанокровь, атмосфера Бакстер, чужие существуют. Наша Бесси, связь Диакона, путешествие во времени, теория мутирующей воде. Если бы я действительно путешествовал во времени, то допустил ли бы я будущее, в котором ты знаешь, что то, что знаю я? Да. А, ну смайлик. С искусственным языком. Провернутые теории. По крайней мере, на данный момент центр Земли черный дыра. Дебил. 90% людей заменены синтами. Как он это вычислил? 10% людей нашел. Бред. Клубничное ядерко кола. Что? Теория Монти. Пайтона. Нужно плевых испытаний. Шипы обладают достаточной кинетической энергией, чтобы наносить смертельный урон. Но охладитель все время ломается. 3 раза расплавился. Лечил Терри от ожогов первой степени. Снизил время перезарядки с помощью жидкого азота. Работа отложена в связи с тем, что Терри нужно лечить от обморожения. Повысил скорость и теперь не могу найти шип. Я уже без цели, я это чувствую. Какой ужас. А, то есть Диакона читать можно. Или на него также накидывается. Да-да-да. Как бы расстреляли. Не до 69. Чем понятно, туда не стремится стрелять. Hey, Tom. You gotta be careful, man. The institute is everywhere. Yeah. Ну, походу, у них совсем все плохо с техниками. Я уже думал, что это Кюри завалил спать. Али. Light Danger Cash Pointer Safe House Dead Drop Safe House Allen Augusta Dayton Stenwick Ticonderoga Hermer Griswold Randolph Agents Glory Tommy V Diacon. Tommy V походу умер. If you're not here to save sins, just leave. Киш придурки. Watch yourself outside. Да-да-да. Нифига себе у вас тут. Потайной ход из штаба подземки. Вот это уже интересно. Так, ну, во-первых, я пока сваливать не собираюсь. Во-вторых, мы вроде как все смотрели, так что... Что нам там говорят? Я так полагаю, у нас выбора нет, нам придется в любом случае отдать. Джон Питкейл. Инчип. Дездемона. Made up your mind. We decode the Courser chip for you, but after that, it's ours. Deal? I don't know. I might need that chip later. We've been over this. You want it decoded, you pay the price. Talk to me again if you change your mind. Дездемона. Made up your mind. Ну, я так полагаю, выбора нет, так что... А. No way. That chip is mine. Then we're done. Made up your mind. We decode... Ага. Ну, наверное, у нас выбора нет. Fine. It's yours. All right. Tom, make it happen. Йо! Не, вот этому придурку доверить эту дешифровку... Ой, ё-моё. Походу, всё плохо. Что он делает? Он его побьет. We're in. Chip accessed. Just poke the analog connectors a little. Ну ты просто взламываешь пароль. Oh man, don't crash. Hold it together. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. All right. I'm still running. Мне уже страшно. They've added more decimals to the last cipher. This is gonna be. Come on, baby. Show me that pattern. Where is it? Wait, they're using the same logarithmic function as the key generator. О, этот негр знает, что такое логарифмическая функция. I don't have anything to say. Come on. Show me that sweet base number. Come on, baby. There we got it. We got the code. Let me load that onto the holotape for ya. Good work, Tom. Hey, yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, Des.
Start working on the rest of the chip. And you? I'd love to work with you more. Let me know if you're interested. But to be crystal clear, if you use that data and discover anything involving the Institute, you share it with us first. Otherwise, our relationship will be in jeopardy. Нет, я не обязан это делать. Hitting the Kims way too hard. But I got my eyes open. I see. Ну ладно, у нас выбора не было. Погнали теперь. Где-то тут был потайной выход, и мы воспользуемся. Все-таки я зашел сюда, не вступая в их секту. Где здесь выход? Я что-то за это... вот он. Не, вообще наглые, они еще что-то требуют от меня. У нас была сделка. Если уж на то пошло, чип я им вообще обязан отдавать, но мы ему отдали его. И они еще требуют, что если мы что-то узнаем, наши отношения будут там ущерб, бла-бла. А кто вообще такие? Что эти задроты себе позволяют? У них техник какой-то негр, который максимум знает, что такое логарифмическая функция. Где пусть и как это мило. Он умеет собирать хлопок на плантации. Ладно, это жесть. А, это нельзя, это же запривачено. Кюри, по-моему, обижается, поэтому не буду воровать это. Серьезно, вот и параша что-то запривачено. Тут тоже все запривачено. Скоты. Ну тут не запривачено. Это выход, скорее всего. Сейчас я его взломаю, там что-то будет, но это окажется запривашенным. Это ожидаемо. Nice. Да. Опа. Вы серьезно? Ублюдки. Ну погнали к Вирджилу. Кстати, если вы в курсе или если хотите поискать информацию, вам это интересно, ну мне интересно, по крайней мере, вы можете посмотреть по поводу этого чипа, можно ли нам его как-то не отдавать, или у нас без выбора, все равно придется его им отдать, или может быть есть какой-то вариант, что им там не отдать, я не знаю, там их перебить, самим вставить этот чип, или же, ну я не знаю, что там может быть еще, где-то еще что-то взломать. А, не постреливаем окно. Убьем? Мы порядочные люди, конечно же, убьем. Еще. Так, нас послали обратно к Вирджилу. Что ж, пошли. Ауч. Кстати, я забываю все посмотреть, что улучшает отношения с Кюри. Песика долбить. А, кстати, по-моему, да. Wasn't sure I'd see you again. You managed to get what you need? Nah, I just went out for a little stroll. Thought I'd stop back and say hi. It's a good thing your survival and my humanity aren't at stake. Otherwise, I might be annoyed by your attitude. But... Do you have anything for me? I'll take that as a yes. Can't say I'm too surprised. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a courser. How'd you manage to get it decoded?
The railroad helped me. Oh God, those kooks. I would have expected they'd be too busy trying to liberate vending machines or setting computer terminals free or... Sorry, they just have something of a reputation. You're not the only one who's been busy. I did the best I could. From memory and things I've overheard through the years. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the simple explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers and send you instead. You know the craziest part of the design? That classical music station, that's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. Your confidence is staggering. I'm just saying, I can't guarantee... Bioscience? Advanced systems? Divisions within the Institute. Specialized groups working on various projects. It'll make sense later. But if you can build this device and make use of that code, you should be able to override the signal from the Institute's relay. Can you? I mean, can you build it? You have people that can help. This is a lot for one person, even you. Да ладно. I got it covered. Good, good. Because you've got to make it in there. For both our sakes. And don't you forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it in there, you find that serum. It's my only hope for ever being... normal. So you find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. Так, что там у нас? Попасть в институт можно с помощью перехватчика сигнала. Чтобы его построить, мне понадобится помощь. Значит, мы можем обратиться к братству, к минитменам и к подземке. Но к институту обратиться, очевидно, нельзя. Что это так сложно построить его? Нам дали просто чертеж, это как верстак создать, что-то такое. Ну, давайте попробуем так поступить. С Хэнкоком. Ну, давайте попробуем, может быть, время прошло. Вряд ли, конечно, но попробуем. А, песик еще надо подолбить. Да, песик надо подолбить. С Кюри таскаться не хочется. Не потому, что она плохая или неинтересная, а потому, что надо с другими напарниками улучшать тоже. Нет, не оценил. В таком случае пойдемте на ракету. И в ракете, сделаем с вами что? Изнасилование песика. Да, песика надо изнасиловать. Ну, хотя бы в симуляторном смысле, не в прямом. Найти бы его еще тут. Он точно же тут у нас. Да. Я его не вижу. Ну, по идее, должен быть здесь. Где у нас терминал? Тут терминал не делал. Пресса, ничего не говорим. Ну, хотя после той миссии он мог убежать куда-нибудь. Хотя куда он убежит-то? А, ну компьютер, давайте глянем, что на компьютер. Это нормально? По-моему, нет. А, он типа не работает. Да, блин.
Ну, типа, подключен. Чтобы не напрягаться. Я просто еще не сделаю. Мат? Что он там забыл? Дичь! Странно, что они добавили это через квестовую систему. Ну да ладно. И где это... Я его на ферму послал, что ли? Очень похоже на то. Да, что он тут делает, АХЗ? Песик, настало время для изнасилования. Эй! Какого говорить? А, по-моему, мы можем его лечить, когда он наш напарник. Да, по-моему, так. Придется прогнать Кюри. Come on, boy. It's time to go. Mind if we swap some things around, dog meat? Come on, boy. Так, ее пока здесь оставим. Фермы Бернетти. А вот теперь можно его изнасиловать. Крет оценил. Кстати, а Хэнкок к этому равнодушен, наверное. Наверное, да. Ну, Кюри я буду в то же время от времени навещать. Давайте попробуем построить самостоятельно. Это двухстанция Рыбоглаза. А что там написано? Помощь. Ну, в таком случае, пользуясь Common Sense, если выбирать из этих трех организаций, я выберу, конечно же, Минитменов. И я сейчас объясню этот выбор. Во-первых, это наша организация, мы ее возглавляем. То бишь, это не может быть использовано против нас, если мы станем на сторону института, потому что мы по принципу личной унии будем работать на две организации, одну, которую, из которых возглавляем. Во-вторых, давайте такую возможность братству стали, если их рассматривать, но это же очень мощная и серьезная организация с сложными технологиями. Дать им возможность выходить на институт, значит, дать им... Ладно. Дать им возможность получить мощную технологию, которую они смогут использовать для усиления еще дальнейшего своего влияния. Ну и дать эту технологию подземке, ну, если они будут помогать, очевидно, что они смогут это попытаться потом воспроизвести, если понадобится. И в таком случае... Они смогут это использовать для того, чтобы напрямую вредить институту, потому что это самая конфликтующая с институтом организация. Так что методом логического... Я могу эту штуку убить? Чего узнаем? А чё все на нас накинулись? Всех это взбесило. Конечно. Напасть на свое собственное поселение. Нет, ну я напал на этого робота, который тут вечно ноет и живет, толку от него мало. Так, этот придурок внутри. Привет, негр. Вхаем.
All you need to know is there's a machine that can get me inside the Institute. The Institute? Why in the world would you want to mess around with them? They kidnapped my son. Damn. That's some bad business. Even for them. We'll give you whatever help we can. Don't worry about that. Now, assuming you could build this thing, what exactly does it do? I'm not sure I can explain how it works, but a former Institute scientist gave me these plans. There can't be too many former Institute scientists running around. Ну что раз говорить серьезно, серьезно. I guess he'd be likely to know what he's talking about. If anyone can help you, it'd be Sturgis. I haven't found anything yet that he can't build or fix. I'll mark it on your map. Go find out what they need. We could use more settlements supporting our cause. Даже сейчас он умудрился вставить реплику про поселение. Долбаный негр. Ага, сейчас я побегу в патагонку. А делать нихрен. Это повторяющийся квест, бесконечный. Делать мы его сейчас не будем, конечно же. Не бросим все дела. А что, сами мы это сделать не можем? Не, мы контролируем весь мир тут, Содружество. И все такое. Нас никто и ничто не остановит. Ой. Сука. Кто? Кто это сделал? Ну же с... Ёб вашу мать, ну... Не-не-не, ну, братюнь, ну нет. Ну не, братюнь, ну ты чё? Суки, ну ладно бы это был обычный какой-то, ну, блядь, это ж... Чувак из... Мрази. Спи спокойно, милый принц, да? А кто это сделал из... Боже ж, суки. Вот это бы лучше бы сучару взяли бы, убили, а что-то ноет. И все сразу набросились. Ну зачем? Ну, давайте будем считать, что это представитель Шрёдингера. Ну, он представитель, он так имя. Как если бы звали там, там Андрей, это был бы Андрей Шрёдингера. Ну, он как бы мертв, но он как бы жив. Блять. Чё? Стурджец, ты стур... Не, ну я, конечно, залезу, если это... Попроще нельзя. Какого хрена ты вообще туда залез? Почему они туда залезают? Особенно туда любят брамин залазить. Я, наверное, не залезу. Не, ну залезу, если так объекты поставить. Лестницу какую-нибудь смастерить. Окей, ладно, мне не сложно. Что там у нас есть попроще? What's going on? Preston thought you might be able to figure out these plans for me. Sure thing. Let's see what you've got. I need to know if you can build this. Wow, what a mess. Looks like encrypted RF transmissions. Okay, so that gets routed through... What the hell? Teleportation. This is some pretty crazy shit. You sure it's for real? Either it is, or we end up building one hell of a paperweight. Well... Whoever wrote this does seem to know what they're talking about. Could be a genius or totally insane. Guess we'll find out. Anyway, the eggheads never think about the nuts and bolts of actually making something work. But, looks like it's all here. Yeah, I'm gonna need some time to study this thing. The handwriting's pretty hard to make out. But, you can get started on what he calls a stabilized reflector platform.
It'll need some pretty high-grade metals, but it's basically not that different than the lining of a jet engine or something like that. Good work, Sturgis. Well, don't thank me yet. I think I got the gist of it, but it's gonna take some time to work out the details of some of the hairier sections. Here's a list of what you'll need for the first piece. I'm pretty sure we've got all that at Sanctuary, if you want to build it there. While you're working on that, I'll get busy figuring out how to actually build the rest of this thing. Keep in mind, I can already see this is gonna take a crazy amount of juice. Like if you had a spare nuclear reactor handy, we could probably use it. And it's going to be big. So find a nice open building site with lots of power available. Ну, еще сложно. Он, конечно, рассказал тут реакторы и прочее. Много места, да? Очень сложно. Ну да. Не знаю, куда эту хрену надо запихнуть. Пусть она будет где-нибудь, ну не знаю, где-нибудь здесь. Я ровно хочу поставить. Ну, так, так, так. Поговорить со Стурджес. Со Стурджес. How's it going? Did you find a good spot to build your signal interceptor? There's a giant metal pizza sitting on the ground now, so, yeah. I was just asking. No. Did you figure out the rest of Virgil's schematics? I think so. Best I can tell until we actually try to put it together. Here's a list of three things that may be harder to find. I think I'll be able to pull together everything else we're gonna need. I'll meet you over at the building site and see if we can actually make this thing work. Can you explain how this thing is actually gonna work? Let me break it down for you. There's four main parts to this thing. One, a control console to input the code and process the signal. Two, what he calls a relay dish. That's what intercepts the teleporter signal. Three, a molecular beam emitter. Gets pretty technical here, but looks like this is what translates your matter into energy for transmission. Four, the stabilized reflector platform that you already built. That's what concentrates and reflects the molecular beam. One thing to keep in mind while you're building this, it all needs to be wired together so all the pieces can talk to each other. I'll see you over at the building site. Good luck. This isn't gonna do anything without power. Так. Антенна ретранслятор. Консоль. Молекулярный излучатель. Над платформой. А вот это он уже не уточнял. Ну ладно, сейчас притащим. Вроде как. Ух. Так, почему-то запись остановилась, я не понял. Частоту надо врубить, говорю, наверное. Нет, это не так. Не, ну хотите, я еще одну построю? Я просто не понимаю, мы же как бы все сделали правильно. Написано построить излучатель. Ну давайте я еще одну поставлю, мне не сложно. Включить перехватчик сигнала. Почему разобрать не могу? Что за бред? Какая-то. Ладно, я просто переставлю.
я, кажется, понял. Платформу надо убрать временно. Я вообще не понимаю, что происходит. Вот я ставлю эту хрень. Теперь я должен подключить. Что вообще должен сделать? Включить перехватчик сигнала. Наверное, к сети подключить его. Make sure this is on the same grid. Может быть, это все надо соединить. Какой ужас. Просто не продумали они это все. Так, кстати, мы, наверное, уже опыт сможем крутануть. Но это не точно. Уровень. Так, препарат. Не, крутанули. Крутанули, но подняли. Everything looks good on my end. You ready to see if this thing actually works? Let's do this. You sure? Okay. Your part is simple. Just step onto the platform. I'll start scanning for an Institute signal to lock onto. Then, I fire her up and we see what happens. Okay, задействуй перехватчик сигнала. Just get on the platform. I'll do the rest. Don't worry about it. Got plenty of more things. Полагаю, что после этого мы попадем внутрь. Вообще часть как бы уже это надо заканчивать. Структурно будет более правильно сделать это в следующей части. А сегодня мы садимся на том, что мы исследовали подземки, штаб-квартиру, продвинулись по квестам, нашли журнальчики и немножечко полутались. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, включаем уведомления, увидимся с вами в следующих видео наших с вами. Старым добрым консервативном канале. Всем пока!